50 вариаций матч «Инспектор» прокубил во втором раунде «Тихлапса». Ребята сыграли 3-3-1-1, и вместо того, чтобы выиграл «Золотого гола», договорились играть третий матч. И даже здесь сейчас в третьем матче счет опять был. Да ты, блин! Так, на 83-й минуте влетает еще один гол. Ситуация становится крайне тяжелой для питерского игрока Будла, который почему-то вынужден сейчас выйти в атаку. Перепосылка. Последняя минута остается. Думаю, чтобы сделать хоть что-либо. Третий матч. Третий решающий матч вместо «Золотого гола» по договоренности обоих игроков. Перехват. Перепосылка. Очень мало времени остается. Очень мало времени. Буду. Вынужден идти в атаку. Дополнительное время. И Будло вылетает с турнира. Да. Как говорится, не по делу, но случается. Ты не замечаешь, что у тебя напасти с консолями какой-то? Ну просто как-то это очень жестоко как совсем получается. Поэтому я просто ничего не могу сказать. В игре во всех играх должен был выигрывать, а получается так, что отскок и проигрываю. Ну, честно, я расстроен. У тебя есть время перед OSPL взяться? Ну, OSPL это понятно, но все равно печально. Ладно, хватит снимать.